Итак, вот не первый раз наблюдаю, как утки у нас очень хорошо лазят по деревьям. Вот она сидит. Надо манок взять, попробовать. Вон сидит. Погонять их. Вон, гляньте, сколько их тут на речке. И там под сотню их сзади плавает. И вот смотрите, по деревьям они тоже лазят. Они любят это делать, особенно когда есть поваленные деревья туда в воду. Это просто бомба для утки. А вот там на дереве у нас снова утка сидит. Кряква. О. И что-то высматривает. Подойти поближе, что ли? Так, плохо видно, да? Вот она. Вон она.